И всем привет, с вами Тизы и Котик, это игра 43. Начинается! Ребята, ну как это делать, я не помню. Сейчас скажу. Слушай, какой-то тебе не дома. Ну-ка, открой пас. Вот. Возле специального. Вот. И какой из? Подожди. Как я могу оставить прекрасную принцессу в заперти? Конечно же, я вас выпущу. Это... Надо бежать. Увидимся. Что я вам сделала? Я ведь тоже узница. А мы не любим аристократов. А ну вернись в камеру. Ребята, можно
Кто это? И что? Кто это? Они собираются подать нам пудинг? Нет, это заточенная ложка, для другого нужна барышня. Это чё? Прикол! Чё он тоже в тюрьме? Нет, в тюрьме. Ребята, это долго пройти? Ставьте лайки, всем подписочку, комментарии. Не понял. Ой. Чтобы открыть эту дверь, нужен ключ. Наверное, стражникам надоели головоломки. Смотри, кузнецовская, ребята. Надо у кого-то... Не спит еще этот. Нет, скажи. Открыть надо. Все? Надо как-то открыть, дети, ребят. Ты кому? А как мне теперь обратно? А, я понял. Как мне его взять? Брат, где? Как мне его взять, а? А, вот все. О, а я к маме прямо. Ребят, ну как заесть? Прикол. Это лучшее место для верховой езды во всем Вустере. Чувак здесь. Чувак. Ребята, как заесть? Я как-то не помню. Это тоже есть. А? Не успел.
игре. Брат, ты чё сильнее? Когда брат попадает вниз, как мне это все делать? Это шутка! Я чё, прикол! Он тут какой-то ехать, а все что? Нормально прыжки, ребята, как я прыгну тогда? Опять я! Сколько можно? Ребята, что за фигня? Она же попадает вниз. Опять встаньте, офигеть. Заходи. Ребята, вот. Ребята. Получилось. Принцессы на гренках особенно хороши. Найду, съем. Нифига. Слушайте, ребята, шоу принца Чаминга — это, говорят, что-то невероятное. А ведущая — Рапунцель. Она такая куколка. Знаю, она куда круче, чем спя... Эй, ты! Поверить не могу, что ты такое сказал. Прямо при мне. Отлично, Барри. Теперь она расплачется. Извините, я вас не заметил. Ты такой злой? Да я вообще не о вас говорил. Я имел в виду... Золушку. Поздно, негодяи. А сейчас выход спящей красавицы. Ну все, мы тут. Ну что, открываем? Зарабатываем. Так. Все просто. Ты побеждаешь Ланселота, я получаю пятерку по искусству осады, а потом мы вместе возвращаемся в 39-е королевство. Ну да, я сейчас же этим займусь, потому что меня очень беспокоит твой экзамен. Ведь ты бы не стал брать с собой человека, который завалил искусство осады. Ну ладно, какие правила? Ты должен сбить все башни до того, как кончится время. Вражеский замок! Надо его разгромить! Чтобы победить, уничтожай башни противника! А как ты это? А, вот так? О-о-о! Ломается? Нет. Ломал. Не ломай. Нет. Огонь! Огонь!
Огонь! Огонь! Мама дорогая! Огонь! Попытал. Тихо. Огонь! О, нет, не успел. Огонь! 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 Осталось 10 секунд. Ой! Я чуть не успею! Обидное поражение. О. Ой. Я так чуть-чуть мало, ребят. Я как бы учиться не успел. Огонь! Не успел. Не успел. Да блин, ребята, как это? Это как-то неправильно. Огонь! Вот. Если неправильно, тики, если да. А, цел. Огонь! Тидон, Васня. Огонь! О, во сне сводилось. Прикол. Так, время говорить. Нам нужно успеть. Огонь! Смотрите, сколько время идет. Не надо срочно успеть. Ё-моё. Огонь! А-а-а-а! Ребята, это ужас. Огонь! Смотрите на это. Обидное поражение. Ёк. Ё-моё, ребят, что происходит? Огонь! Ой. Огонь! Это что за кровь? Огонь! Огонь! О, чуть дальше. Не успел. Ладно, мне время осталось именно. Давай, давай, давай. Е-бой. Йоу. Огонь. А что, ребят, что это происходит? Ну, надо успевать. Давай. Е-бой! А, надо еще чей. Смотрите! Обидное поражение. Да я... Что?
хочу. Огонь! Я не успел. Ну-ка, нормально, 7. Отличный выстрел! Огонь! Так. Огонь! Огонь! Опа-на! Прикол. Я успел. Огонь! Огонь! Бью моя. Отличный выстрел! Иди. Победа! Вау! Победа, ебо. Что это? А. Ну вот, я выиграл. Теперь поехали. Но я же еще не сдал последний экзамен. Кот, давай в мешок, запихнем его туда. Нет, стой. Я серьезно. Мне нужно сдать последний экзамен. Иначе меня выгонят из школы. Это просто. Я должен подняться в горы, а там Дева Озера скажет, какой подвиг совершить. Ну да, ясное дело. Это проще простого. Кот, давай сюда мешок. Думаешь, твоя жена хочет, чтобы новым королем стал недоучка? Мальчик, который одного жалкого подвига не совершил? Это все, чего заслужило 39-е королевство? Ну хорошо, хорошо. Совершим мы твой дурацкий подвиг. Пошли. Прикол. Карта последнего испытания привела отважных искателей приключений в ледяные горы, где Артур должен был совершить свой подвиг. Мы уже на месте? Я замерз. Это была твоя отличная идея. Лезь давай! Они преодолели множество препятствий. Знаешь, Рек, если бы мы сейчас повернули назад, можно было бы... Нет дороги назад! И, наконец, достигли высочайшей из вершин, где повстречали Деву Озера. Совсем-совсем никакой. Какая хуйня, ребята! Ты уверен, что мы... Прикол. Понятно, простите. О, нифига как много! Можно кто-нибудь купить, там есть какой-нибудь магазин, это мои компины, ребят. И чёрт с отсядой, ребят! Это вообще... Прикол. Успокойся, а. Блин, никак не успокойся. Ладно. Здорово, Сигари. Все это, я ненавижу этих паразитов. Это тебе откуда? Блин. О, прикол. Так. Не пал. Ну,
надо не. Замечательно. Ненавижу этих паркуров. Прячьтесь, прячьтесь, прячьтесь. Вот спрятались! Учиться прятаться! Надо учиться прятаться, Арюк! Ладно, не могу. Ой, нельзя было так? Ладно, я буду так осторожно. Большая драка, большая драка! Плохой огр, злой огр! Мне придется подпрыгнуть, чтобы попасть по белому. Большая драка, большая драка! Прячьтесь, прячьтесь, прячьтесь! А вот сюда нельзя. А вот сюда нельзя. Ну ладно. А подождите, а что-то? Да попасть. Это дорога к озеру. Но чтобы попасть туда, нам нужен ключ. Ключи – важнейшая часть моего последнего испытания. Просто тут... Ладно... А почему ключ просто открыто? Правда открыто... А мне когда... А где мне куда-то идти? Так... И как мне залезть, ребята? Всё. Это что? Они высыпали. Тихо, пошли. Где-то мне... Да посылайся ими обузами. Хочет? Выпустим обузами, сами ее есть. Я не буду.
Что ж, это было довольно-таки унизительно. А, да. Если хочешь, чтобы что-то было сделано как следует... Прикройте меня, ребята. Только на этот раз по правде. Нечего отлынивать. Посмотрим, выдержит ли этот щит удар настоящего огра. Во время сражения кусок льда откололся. Спорим, он мне еще пригодится? Зачем? О! Что? Что это? Что это значит? Где? И что это дает, ребят? Куда мне идти, а? Это капец. Это капец. Надо как-то сесть сначала. Что это будет? Случайно как-то. Лайк, скрим. И успеем. А дядя Лох. Срека. Я ненавижу этих паразитов. Они же не могут запрыгнуть. Прячьтесь, прячьтесь. Хорошо. Прячьтесь здесь, пока свои прятка. Большая драка, большая драка! Плохой огр, злой огр. Придется подпрыгнуть, чтобы попасть по белому. Бьем. Большая драка, большая драка! Я сегодня на высоте. Прячьтесь, прячьтесь, прячьтесь! Прячем. Давай все так. Это дорога к озеру. Но чтобы попасть туда, нам нужен ключ. Ключи – важнейшая часть моего последнего испытания. Это кто меня звал? Что это? Так,
играем. Мечи доставайте. Что ж, это было довольно-таки унизительно. Если хочешь, чтобы что-то было сделано как следует, прикройте меня, ребята. Только на этот раз по правде. Нечего отлынивать. Посмотрим, выдержит ли этот щит удар настоящего огра. О-о-о, ребята. Я не могу нажимать ничего. Во время сражения кусок льда откололся. Спорим, он мне еще пригодится. Да, ребят, я не могу. У нас все просто, поэтому... Подожди. Просто идем сюда, если он растает. А! Прикол. А! Прикол. Стоп. А чё там, ничего не говори? А? О, проход открылся. Не что. А, открылся. Ой.
Посмотрим, что тут. Пошли. Пойдем. Ладно, пойдем. Сюрприз. Это куда сюрприз? Ну, где там? Ну, года. Ладно, пойдем снова. Так. Откуда тут обрыв? Откуда у нас тут обрыв? Вот откуда, наверное, все эти ледяные статуи. Я не успел. Да ладно, как она быстрая? Иди, как она быстрая. Что? Не за ней? Нет. Просто она плавает. Нет. Всё. А. У нас был ютик. Оп. Сэ. Просто застоял и заплавал чуть-чуть. И что делаем? Нет. Просто горит, по-моему, ты чё? Я не знаю, чё поможет? Ну, понял. Где же другого? Ага. А что, по комментариях? Ребята! Кофе. Да, ребята, что творится? Я сейчас за ней бегаю, она вот. Это ж меня. Она просто попала еще. Что за фигня? Ребята, что это? Так, ребята, пока всем. Что это? Thank you.
пирамиду. Я она увидела. Как протянул руку. Ставьте пол в комментарии. Что это вот с дня? Садить и чё? На неполы и просто просто ее. Вот ей бот. Ну не знаю, ладно, пока это все. Как-то попробуем оценить. Ладно, сегодня это все. Кстати, лайки. Подписывайтесь. С вами был Цезарь Котик. Завтра попробуем. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Цезарь Котик на канале. Спасибо за внимание и всем пока!